Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Павел Глухов, GR-директор Сбермаркет. Очень интересный спикер, который будет сегодня спикером нашей деловой сессии. Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, немного о Сбермаркет. Очень интересно. Добрый день. Сбермаркет – это сервис доставки еды и продуктов, товаров первого потребления из гипермаркетов и магазинов у дома. Мы работаем по всей стране, мы занимаем наибольшую часть рынка на данный момент. В общем, помогаем людям не ходить в магазин и чувствовать себя в безопасности, и при этом наполнять свои холодильники. Расскажите, пожалуйста, сколько вы на рынке, и теперь вы уже лидер индустрии. Расскажите, сколько вот времени прошло? Мы на рынке уже 8 лет. Активная фаза роста началась буквально пару лет назад, когда мы присоединились к системе Сбера. Вот история уже довольно длинная, но самые большие шаги сделали в последний момент, в последнее время. Расскажите, ну, понятно, в принципе, e-commerce начал развиваться сейчас семимильными шагами, как раз вот двухлетний срок, это тот срок, который показал всем покупателям, что это очень удобный вариант покупок. Расскажите, пожалуйста, какие-то планы, может быть, уже есть план на следующий год отвоевать какую-то еще часть рынка, какие-то интересные сделать кейсы для покупателей? Ну, мы сейчас очень активно развиваем формат быстрой доставки, on-demand доставки, когда не нужно выбирать какое-то время, удобное для тебя, мы привозим моментально в ближайшее возможное время для сборки и доставки, самое быстрое, как такси, по сути, мы сейчас вызываем, примерно то же самое. Вот, открываем новые города, мы во всех регионах, но идем в более мелкую географию. Мы занимаемся расширением ассортимента, мы идем не только в продуктовые сети, но и в нон-фудовые. Ну вот как бы так крупными мазками все. Очень активно развиваем самовывоз по всей стране со всеми ритейлерами. Занимаемся самовывозом алкоголя. В общем, вот вкратце так. Расскажите, пожалуйста, вы сегодня на нашей выставке World Food будете спикером деловой сессии. Какая тема сегодня будет подниматься? Сегодня будем обсуждать будущее, куда идет рынок, куда идет связка офлайн-онлайн, какая будет трансформация, будет ли она, какие новые проекты на рынке ожидаются, в общем, куда идем, какие планы в целом. Наверное, к вам тогда вопрос. В принципе, офлайн как таковой рано или поздно умрет и останется один онлайн повсеместный, или все же эта связка продолжит постоянно идти в паре? Я думаю, что онлайн, офлайн еще долго не умрет, я думаю, что вообще не умрет. Всегда будет спрос на то, чтобы пойти в магазин, посмотреть, пощупать руками, понюхать. Доля онлайна будет, конечно, расти. Мы надеемся, что она будет довольно большой в ближайшие несколько лет, но, наверное, не думаю, что она будет больше, чем там 40-50%, там, даже через 10. Спасибо большое. Не будем вас задерживать. Это прямо бизнес-сессия начнется буквально минута на минуту. Спасибо большое за интересное общение. Спасибо большое.